В общем, хочу сейчас вот над окном сделать полочку. Вот у меня шурупы идут, вот здесь вот рейка. Вот к ним, к этой рейке зацепиться. Вот, сделать полочку, разгрузить вот эту тележку, поставить вот эти же чемоданчики, ключи. Вот уже как-то будет полегче. И, возможно, корни срублю. Вот, у меня есть топор, у цыганей забрал. Вот, будем рубить корни. Так что временно. Друзья, всем привет. Ну что, сегодня трактор строить не будем. Ой, как меня задолбал вот этот бардак. Бардак. Нет. Как мне сказали в одном из видосов, творческий беспорядок, да? Чтоб что-то найти, вот тут вот эти головки, вот тут оно все завалено. Вот вложишь, ложишь, 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 все. Потом капец, начинаешь рыться. Ну вот так вот примерно это дело теперь выглядит. Доска, понятное дело, не новая. Что-то разбирали, вот осталось. Тридцатка или тридцать пятка? Тридцать пятка. Ширина получается 23 сантиметра, вот длина 2 метра. Теперь можно поставить на эту полку будет ключи, вот эти, мечики, те ключи, чемодан. Уже как-то будет виднее, я так думаю. Как-то так. Привычка все равно осталась. Ну вот мой столик уже и подразгрузился. Уже нет ключей. Вот они. Тут даже место для батареек нашлось. Тут же можно их и зарядить. И видно, что они заряжаются. Чемодан этот немножко торчит. Сделал такой крючок, чтобы он и крышка не закрывалась. И в случае чего, вот он его чудесным образом держит. Не упадет. Вот так это дело выглядит. Просто из проволоки согнул такой крюк и цепляется вот за шиферину. Ну так, для того, чтобы вот тут их потом не собирать. Я думаю, нормас. То, что нужно. Как-то так. Ну уже вот она и занята, мужики, занята. А стол еще не разгружен. Вот ключи, ключи понаходил наконец-то. Вот они, оказывается, где были. Поэтому, наверное, продолжу я временную полочку. Так, ну на столике поменьше стало инструмента. Можно скоро и корни будет рубить. Вот так вот разложил. Болгарочки, гайковерты. Ну, ставить что-то мне их стрёмно. Как-то падать высоковато. Лежа как-то понадежнее будет. Вот. И под рукой. Сейчас техника будет здесь находиться. Вот она. Все под рукой. Можно положить, да и ключи, и что-то там еще. Но что-то она опять уже вся забитая. Полка. 4 метра, да? Верстак еще не убран. И места уже нету. Наверное-ка я добавлю еще одну полочку вот здесь снизу. Капитально делать не буду. Так ее временно сюда размещу. Ну вот и все. Еще одна доска прикручена. Полка, так сказать, на прямых подвесах. Вот они у меня были. Это кинул раскосы, чтобы она от стенки не отходила. То есть, понятное дело, да? Здесь точно так же. Теперь еще сейчас с этого стола что-то пойдет вот сюда. Разгрузим. Так, ну столик еще подразгрузился. И вот нижняя полка опять занята, друзья. Заметили, да? Что это все вот с этого столика. Вот эти чемоданчики. Вот этот ряд. Вот этот вот молоток только лишний. Вот это все находилось
Вот на этом столике. 4 метра и еще 2 метра. На 6 метров. 6 метров полки равно 1 верстак. Но не до конца. Ну и, наверное, все-таки, что там, мужики? Продолжаем еще делать одну снизу, чтобы вот хотя бы вот эти инструменты опустить вниз, и там хотя бы было пусто, хоть что-нибудь положить. Ну, я не знаю, это капец, так я еще здесь не убирал. Ну, ничего, сейчас мы это дело поправим. Ну вот теперь вот так вот все это дело, друзья, выглядит. Инструмент пошел на нижнюю полку. Не такой уж он и тяжелый. Никуда не денется, поверьте мне. Я не сомневаюсь. Здесь немножко подрастасую, что-то уберу. И добавлю еще сюда вот таких вот вещей, как болты, гайки разных калибров. Все на свету, все видно, удобно находить то, что мне нужно. Корни уже обрубил, столик освободил. Ой, сколько там пылищи, точнее абразива. Вот, как-то так. Ну, на этом, пожалуй, можно видос закончить. Все, мужики, пока. Прибираю теперь вот эти все причандалы. Но это уже другая история, никому не интересная. Ну, а кому понравилась временная полочка, обязательно оцениваем. Скоро увидимся.